Летиция. Передача в сторону штрафной. Гильерме. Наносит удар и гол! Беневенто! Атака позиционная, тем более удалась. Гильерме этот мяч подхватил. Партнер его учтиво отдал. Это был Бриньола. И в итоге рикошет от ноги одного из римлян. И гол! Тоже это был? Это был Костас Манолас. Ну, киперов чемпионата. Один из голкиперов, который пропускает меньше всего.